Женщина платье в метро откинула, на сиденье садясь. Оно колено мужчины накрыло ирисом, ромашки. Он голову свесил, глаза опустил, будто дремлет, а сам, чуть дыша, на колено смотрит свое. Это одежда женщины на нем лежит. И он представляет, как вот сидит он в кресле дома, и эта женщина будто его приходит, и платье с себя снимает, и, смеясь, бросает ему. У нее много тела, и еще пакеты. Она наклоняется к ним всем телом, и из них достает овощи, фрукты, дыни и груши, и они, как продолжение, повтор ее тела, она их держит в полных руках и ему протягивает. Вот еще фрукты, вот еще овощи. А молодой человек, что напротив, думает: да, вот такими женщинами остановишь танковую атаку. Выпускать их на поле с пакетами, сумками, тележками и тюками. Сами они как пеньки, ни один танк не пройдет. На нем черный берет десантника, но сам он в атаку не хочет. Машинист, что учился 7 месяцев на курсах, поезд метро как дернет. Мужчина очнулся от фруктово-овощного видения, а женщина уже готовится к остановке. Ручки пакета сгребает в ладони полные, и вот уже вся сама, как пакет, тугой, набитый, поплыла в толпе среди таких же пенькообразных. А мужчина руку на колено положил и поглаживает. Может быть, женщины пакета. Я милого узнаю об охотке. Он носит нос в брюки, галифе, галифе. А шляпу на носе, как панна-мана-мана-мана. Ботиночки на носе, тамаримана. А шляпу на носе, как панна-мана-мана-мана. Ботиночки на носе, тамаримана. Зачем я вас, милый мой, узнала? Зачем я полюбила вас, а раньше я этого не знала? А не билось и сердечко каждый час, да, раньше я этого не знала. Не билось и сердечко каждый час, но мальчик уедет и вернется. Уедет он навечно, навсегда. Париж он больше не вернется никогда. Оставит на карточку свою. Париж он больше не вернется никогда. Оставит на карточку свою. Я милого узнаю по лохотке. Он носит и носит барёки, галифе, галифе. А шляпу на носе, как панна-мана-мана-мана. Ботиночки на носе, тамаримана. А шляпу на носе, как панна-мана. Ботиночки он на носе, тамаримана.